Всем привет, сегодня 17 октября, сегодня у Дэвида опять бой. Поедем за 400 километров, куда-то я не помню, что за город. Посмотрим, что там за бойцы, потянет для этих или нет. Окей, там увидимся. Rückwärts einlegen, Gangschaltung. Es fährt nicht von alleine. Doch. Wie geil. Es fährt nicht von alleine. Dazu. Vorwärts fahren, Aufhaltsverbot. So, jetzt. Okay. Jetzt wieder rückwärts. Die denken. Zu spät. Ja, der Quai, der denkt jetzt auch, sind die blöd aus Ost-Westen oder was? Warte mal. Computer zu langsam, jubeln nur. Da ist ein Sensor unten drunter. Nee, einfach hier so treten. Zack, und dann geht er. Hopp. Ja, ja, jetzt ist es abgeschlossen. Das ist, Jana, das ist hier nicht gut. Das ist aber gut. Einkauf in der Hand, tick, zu. Vorsicht. Macht die Auto kaputt so. Tiger, ach du nimmst uns auf. Jawohl. Für Auto, YouTube. Das man klettern muss. Hier. Das ist ein Auto für dich, ja? Ja. Das wäre ja. Да, летом, когда жарко, включают вентилятор. Stehen lassen und ein einziges war am Stromnetz angeschlossen. Наконец-то мы прибыли. Einmal drauf treten. Aber doch tippen, null ist, weiß ich den ganzen drauf. So, Name ist? Gessen Lauer, David. David habe ich, okay. Was? 33. Nein. Null. 33. Okay, der nächste ist? Der Müller-Chan. Müller-Chan. Hier drauf? Ja, ich auf null ist. Wenn es null ist. Ja. Jetzt. So. 45,5. Sehr gut. 45,5. Ja. Nehmt euch ein Plakat mit? Ja. Sehr gerne, sehr gerne. Nimm es mal zwei. So, guten Tag. Взвешивались, теперь можно кушать. Моё. Потому что я хороший друг. Я ему чуть-чуть. Сейчас пойдем кубочки посмотрим. Заходи, быстрее. Хороший вид отсюда, блин. Взвешивались, врача прошли, начинаем потихоньку разминочку. Сегодня будет парижский бой. Противник с Берлина. Du musst mir eine Gefallen tun, ja? Du musst das so aufnehmen, wie ich dir es zeige.
спину, спокойно, жесткий левый прямой, может, два раза, бам-бам, да? Посмотри сначала, что он будет делать. Сильно не прыгай на него сначала. 15 секунд, 10, окей? Подергай сначала его первые 10-15 секунд, попугай. Сразу хочет? Нет, 10 секунд, эй. Сейчас что-то будет интересно, или Дэвид его вынесет, или Дэвида вынесет. Что такое предчувствие какое-то. Понятно. Дэвид Поль мотивирует сегодня. Посмотрим, что он покажет. А вон и Гегнер. Худенький, махонький. Ну, быстрый должен быть. Левой снизу, левой снизу, жесткий левый снизу в голову. Правый прямой. Алло? Ringfrei, Runde 1. Спокойно сначала, не надо кидаться. Поймай его сначала. Эй! Слева снизу, право прямой. Давай, подавляй, подавляй, потихонечку, без размаха, без размаха, подавляй. Да? К нему, всегда к нему, потихоньку к нему подходи. Хорош, подходи спокойно. Короткий удар. Право снизу. Не надо вокруг ходить, к нему ходи чуть-чуть. Потихоньку к нему, подходи на прямой левой. Подходи на ножку, на ножку, на ножку к нему. Три ручка, все нормально. Три ручка. Остатня бака. Левый снизу. Три ручка, да. Еще раз. Яво. Браво, браво, браво. Син. Молодец. Alexander Paschetti in der Rundecke muss für den SG gegen Bernburg. Er ist Schüler, bringt 31 Kilogramm auf die Waage, bestritt bereits 4 Kämpfe, davon gewann er 3 und eine Niederlage. In der Rundecke Alexander Paschetti. Не бей сильно, не надо сильно бить. Быстро. Давай. Проваливай его, проваливай его. Проваливай. Ну-ка свинку дай, свинку дай. Свинк, свинк, свинк. Давай! Давай! Эй! Ближе Левый погоди! Хорошо! Давай! И сразу! Еще раз! Ты прыгаешь, Дэвид! Попробуй на ножках, маленькие ножки! Добрый штемпер! Справа начни! Справа начни! Правый слева за два раза! Слева, снизу. Молодец, молодец.
David Gerstlauer in der blauen Ecke, Box für den BC Großheim, er ist Jesus-Schüler und bringt 33 Kilogramm auf die Waage. Er bestritt bereits 6 Kämpfe, gewann davon 3 und voll nur 3. In der blauen Ecke, David Gerstlauer. David. Дэвид, можешь расслабиться чуть-чуть, расслабься и побыстрее. Стоечку поменяй. Две правы знал. Еще раз. Поджимай. Боксируй просто. Рудь-бэк-боксинг. Хорош. Хай. Повтори, поменяй стул. На! Вот сейчас. Эй, сейчас быстрее левой. Пожимай! Чего не пожимаешь? Дави! Еще раз! Меняй стоечку! Сильней! Und hier das Kampfrichterurteil. Einstimmiger Punkt, die blaue Ecke, David Gerstlauer. Вот боевые раненые у Дэвида. Весь в крови, ё-мо. Мое первое ранение.